Я хочу сказать студентам МИТРа, что вы являетесь нашими будущими коллегами, коллегами психотерапевтов и таких гуманистических, позитивно мыслящих психологов, потому что вы тоже работаете с сознанием, так же, как и мы. И ваша помощь в гуманизации среды, в которой мы живем, в создании таких ваших продуктов, в создании таких моделей отношений, которые могут вдохновлять и которые дают силы для жизни, дают силы для жизнестойкости, очень важно. И в этом аспекте я желаю вам плодотворной работы и очень такого интересного и творческого обучения. И мы, психологи, всегда готовы прийти к вам на помощь и поделиться тем, что мы знаем и что мы наблюдаем в человеческой душе, потому что это какой-то наш общий дом, где мы живем внутри, а вы как-то можете донести о том, что там происходит, и не только в душе, но и в жизни для всех жителей, для всех зрителей.